Как во времена Пушкина, там был фруктовый сад. Все точно так же воссоздано. Точно в тех же границах. Так, самое старое дерево на этой аллее не просто так огорожено плетнем. Эта ель помнит не только Пушкина, но и его деда Ганнибала. Дерево этому исследователи из Петербурга, из лесотехнической академии, дали лет 230-240. А известно, что дед Пушкина при усадьбе основал парк в 1790 году. За основу он взял французский стиль.